Всем привет! Сегодня мы будем играть в Пигги 2. Ну, или книга 2. Собственно говоря, уже вышла часть первая. Что ж, давайте заценим вот эту вот часть. Давайте выключим звук, потому что он у меня на... Так... Ну, мы поняли. В общем-то, тут у нас предстоит выбор. Давайте нажмем на книгу 2, потому что мы ее не видели. Так, а тут у нас какой-то волк или что это? В шарфе такой. Ну и, в общем-то, давайте нажмем на play. Кстати, оцените. Плащ. Бесплатный. Прикольно, да? Ну и так, что ж, сегодня мы попытаемся выбраться из вот этой карты. Я однажды, значит, поиграл на ней, ну вы сами меня знаете. Хотя был стрим вроде бы, ой, затроллил, чувак, Пигги. Насколько я знаю, этого Пигги зовут Рэш. Или как? Короче, название такое себе, Рэш. Ну, то есть должно быть ведь Рэши как-то, но ведь там... Ну, короче, неважно. Так... Там вроде бы пароль был очень такой простой, именно вот такой. Открывайся, ну-ну-ну, давай. Ай-ёу, как это было неожиданно. Этот енот, блин, на меня прыгнул. Как это можно сказать? Ну-ка посмотрим, какие тут у нас скины обновились. Офицер Доги и Рэш, ну... Странно, почему у этого Рэша, ну, не такие вот глаза, как тут. Давайте сегодня купим, значит, замедляющие. Хотя нет. А, так их больше. Так, давайте посмотрим, кто у нас тут остался. Евифиду. А, ну, собственно говоря, она одна и осталась. Ее сейчас скоро прибьют. Ну, вот, смотрите, вот. Она специально бродит кругами, видимо, чтобы его запутать. Но. Ну, давайте, значит, снова выйдем из этой игры. Очень прикольно, мне понравилось. Ну и, в общем-то, обновление достаточно хорошее. То есть Пигги 2 это уже что-то новое. То есть тут у нас волк, и это уже никак не по сюжету вот этой свинки Пеппы. То есть в самом мультике такого вроде бы нет. Даже не говорить, откуда я это знаю. Я вообще это просто, наверное, уже 2 месяца играю в Пигги. Поэтому такие знания вообще... Вообще... Реально, я пароль видел то, что там было 280, но почему-то у меня не открывается дверь. Давай, открывайся. Может, как раз нужен для этого белый ключ? Или все же как-то по-другому? Так, там у нас, значит, Пигги стоит просто... То есть никакого вреда она не должна нам нанести, так как она просто стоит. Итак,
Значит, тут у нас нищий Гошеньки нет. В какой же комнате нам еще бы проверить? Ой, там вообще куча ключей, серьезно. Ой, я уж испугался, ой, ё-моё. Так, чуваки. Так, ну, видимо, что-то там пишет. Так, всё, ё-ё-ё-ё-ё. Так, давайте, у нас есть шанс забрать ключи. Забираем, значит, Red Key. И бежим, 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 бежим. Так, вот тут вот должен быть этот ключ. Его открыли. Так, швабра. Серьезно? Так, швабра. Я не знал, что тут вообще добавили новые предметы. Хотя я видел. Ножницы и швабра. Вот новые предметы. Так. Какой ключ мы еще не забрали? Вот этот. Ай-яй-яй-яй-яй! О май гад. Вот ловушка, ловушка. Так, Orange Key. Он нам обязательно понадобится. Только вот где? Вот тут. Значит, мы бежим дальше. Дальше, дальше, дальше. Убегаем от этой свиньи. Кстати, у этой свиньи какие-то стали, ну, то есть, более, ой-ой-ой, все, меня убили. Окей, с ботом намного легче играть. Ну, это все-таки искусственный интеллект. Кстати, если вам интересно, то заходите на мой сервер, просто введите мой ник. Вот. И на нем вы можете свободно со мной поиграть. То есть на самой лучшей карте, которую я строил очень долго. И вы должны заценить ее. Вот, собственно говоря, она тут у нас. Значит, это у нас отель. Ну, отель Зизи. Потому что она тут стоит на ресепшене, вот, в общем-то. Ну, короче, заходите на мой сервер, вы видите ник мой, Weston Teddy. Это было достаточно очевидно, что у меня такой ник. Так что заходите, я с вами поиграю, может быть. Или нет. Все же... Эта карта довольно-таки большая. Я строил ее не один, вдвоем. В общем-то, ну, большую часть, конечно, строил я, потому что у меня была такая идея. Ну и, в общем-то, эту идею мы, значит, в общем-то, вот так она выглядит. Вон там у нас рождается, значит, у нас это свинья. Пиг. Я даже подписал. Не знаю зачем. Но карта достаточно интересная. Ну, тут у нас, значит, бани, долгие всякие вот такие вот штуки. Тут даже ловушки есть. Ой-ой-ой. Короче, давайте заценим. Ну, вернее, я уже давно заценил, но вы должны это обязательно заценить. Сколько раз я уже это говорил. Окей. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Меня прижало дверью. Но ничего. Мы профессионал в этой игре. Берем, значит, ключ, потому что это моя карта. Все понятно, предельно ясно. Ну и, в общем, у нас Piggy has woken up. Все как обычно. Окей. Что ж, мы поднимаемся, значит, у нас на второй этаж. Там у нас как раз нужна эта карта. В общем-то,
Не думаю, что я сегодня пройду эту карту, так как она очень большая, и мне трудно ее проходить в одиночку. Если вы, конечно, придете на мой сервер, ввести просто мой ник в пиги. Ну и, в общем-то, достаточно просто на него зайти. Так, я ж помню, тут что-то лежало. А, вот, трава. Так, значит, траву мы даем нашей товарищу. Ой. Короче, неважно. В общем-то, тут у нас мусорка. Ну, типичный отель, да? Вот за этой стеной у нас стоит Джордж. И, значит, у нас вот этот, вот как его там зовут, я не помню. Напишите в комментарии, знаете ли вы этого человека, вернее, животного. Кстати, вот идеальная нычка, вот, смотрите, вот тут вот можно прятаться от пиги, значит, но она вас все равно, наверное, достанет. Потому что это логично. Вам от нее не сбежать. Ну, как смешно. Так, вот это у нас дощечка, значит. Ну и, в общем-то, ай-яй-яй, я, кажется, застрял. Ну и, в общем-то, эта дощечка у нас нужна для оранжевой двери. Достаточно скучно, да? Да, мне тоже немного скучно. Поэтому я думаю, что сегодня мы не будем проходить эту карту. Так что подписывайтесь на канал, ставьте свой лайк. Ну и увидимся с вами очень скоро. Адьос.